Еще одна красивая многоэтажка появилась в микрорайоне Авдотьинец. За пару лет подрядчики сумели построить 2 литера здания по 10 этажей каждый. В доме 72 квартиры. Такое жилье называется эконом-классом. Александру Кузьмичеву яркая новостройка понравилась. До 25 декабря, обещают подрядчики, отделочные работы во второй очереди строительства будут завершены. И жители смогут заехать в собственные квартиры. В готовой части квартиры все проданы. Покупали в данном случае где-то с первого этажа, когда велась кладка первого этажа. На начальном, по-моему, 29-30 метр квадратный был. На конечном, конечно, там 36-38, такие вот цены. Строительство в регионе ведется не только в отдаленных районах, отмечает Александр Кузьмичев. Завершается возведение жилого комплекса из 3 объектов на улице Богдана Хмельницкого. В доме расположатся жилые квартиры и офисы. Перед домом удобная парковочная площадка. 90-е годы, в каком состоянии была улица та же Богдана Хмельницкого. Да? Старые полуразвалившиеся бараки, сегодня появляются новые дома. Конечно, еще есть над чем работать. Естественно, вместе с управлением архитектуры, с нашими инвесторами будем делать так, чтобы улицы были красивыми и более современными домами. Квартиры в центре на порядок дороже, но тем не менее их покупают с черновой отделкой или под ключ. Каждый выбирает жилье по кошельку. Наиболее популярное сейчас жилье, которое пользуется наибольшим спросом, это жилье эконом-класса. Вот. Но, однако, не надо забывать про жилье улучшенной планировки, которое, в принципе, на стадии завершения строительства уже практически свободных квартир нет. Можем у застройщика спросить в отношении этой секции то же самое. Ежегодно в Иваново в эксплуатацию вводят 130 тысяч квадратных метров жилья. Особенной популярностью пользуются микрорайон Московский, Новоильинка, Рождественский и Авдотьинец. Вместе с домами районы обрастают и социальными объектами, больницами, детскими садами, школами. Наталья Романова, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.